Все, началось. Всем привет. Сегодня покажу вам фильм «Обещанный. Утка. Сборка». Для тех, кто постоянно смотрит, значит, что хочу сказать. Покажу на этой утке другой способ сборки совершенно. Вот, потому что как-то однообразный фильм уже надоело снимать. То есть одна и та же сборка. Покажу, как по-другому собирается крыло, постановка лапы по-другому. Вот. Значит, первое, что мы начинаем с утки. Перенеси камеру. Вот, так, все. Значит, перед самым началом работы, значит, осмотр. Смотрим, что с нее можем сделать. Значит, она у меня еще не сильно разморозилась. Значит, крылья. Если мы будем делать открытые крылья, значит, смотрим перо. Хорошее крыло. Тут вот это была очень подсадная утка. Она померла. До весны не дожила. Вот, то есть вот она новая отрастала, значит, уже ее в полете уже делать неинтересно будет. То есть по перу видно. Перо только отрастает. Значит, следующее. У нее у нас нету груди полностью. Живота нет. Пера. Значит, два варианта. Либо выдираем перья, потом в конце наклеиваем. Либо самый простой вариант, что с нее можно сделать, это ее посадить на живот. То есть примерно вот такой вариант у нас будет. Значит, начинаем. Фильм такой сделаем коротенький. Полный, но коротенький. Так думаю. Часика на 2, 2.15, наверное, больше, наверное, не получится. Вот. Значит, что у нас? Она у нас грязная, видно. Придется стирать. Вот. Так, ну, начинаю. Значит, находим киль. Вот у нас начало киля. 2-3 сантиметра больше не надо. Не надо вот до конца его разрезать. То есть вот у нас на кость как начинается килевая. 2-3 сантиметра. Деревянный еще не разморозил. Значит, для тех, кто постоянно смотрит, значит, можете сразу перелистывать, чтобы то, что однообразие, это не смотреть. До снятия шеи. Покажу, как снимается голова с утки, не разрезая, как разрезая. То есть это утка домашняя, у нее голова. То есть вот видно, даже по шкуре видно. Шкура натягивается, значит, то есть здесь все слезет, то есть она разборная. Вот, и если будет жирная, заодно, то есть в то же время у нас фильм увеличится, то есть покажу, как это придется ее мездрить, сало все это снимать. Значит, опять же, так же. Сейчас быстренько. Вот у нас киль начинался. Вот мы от него 3 сантиметра. Я обычно 2 делаю. Вот. Подождем. Что? Пока разморозится. Ну, пока разморозится, день пройдет, сейчас солнце опять будет мешаться. Значит, опять находим коленку. По сгибу коленки, чик.
Ну, утки, они из-за пера, то, что у них плотное перо, они редко когда не получаются. Ну, очень простая птица. Единственная проблема это с головой у них снятие. Доходим до коленки, до кости, да. Все, она дальше у нее не снимется. Сейчас чистим кость. Вторая. Ищем коленку. Готово.
хорошо видно, Саша? Это голову тяну. Подходим к шее. Штука у нас не очень жирная.
все равно сало есть, покажу, как все это снимается. Значит, подходим к шее. Значит, вот, она докуда снимается шея у обычной утки. Значит, чтобы снять, проблема не в том, чтобы снять, она снимается у уток шеи, чтобы не разрезая. Надо только язык отсюда выдирать. Значит, вырываем отсюда язык. Вот эти заламываем туда. И оно у нас отлично снимается. Проблема не в снятии, а проблема потом в одевании будет. Когда мы уже ее глиной набьем все. Вот она у нас пошла сниматься. Проблема будет уже в одевании. Одеваем, когда глиной набили, мы все, щеки все сделали. У нас она будет щипаться. Сейчас я покажу, что она снимается действительно. То есть вот эти мы заломали. Вот, у нас снялась. Вот так, как я обещал показать, как это снимается, как надо делать. Одеваем назад. Такие гуси, лебеди, все это. То же самое. Все можно снять, но когда одеваем, потом уже на это набивки идет у нас. Очень часто у нас башка щипается, а подклеивать очень тяжело. Проще все это разрезать. Одеваем их на место, как было. То есть вот, как будто мы это ничего не снимали. Значит, кто-то делает надрез здесь. То есть видел я. Я сам не пробовал, поэтому как меня учили делать здесь снизу, я так это. То есть, возможно, там и лучше получится, но я сам не пробовал. То есть сделаю, на чем, как я меня учили. То есть примерно вот у нас кончается вся эта бадья с середины разрез. Разрез не очень большой, чтобы у нас только вытащить голову. Значит, уселись. Здесь вот идет кольцо. Мы этот разрез, не доходя кольца, где-то сантиметра два делаем. Достаточно. Вот у нас. Если в сантиметрах взять, сколько это? Ну, 4 сантиметра, наверное. Значит, начинаем отсюда. Чик. Значит, подрезаем позвоночник, откусываем. Прям по концу черепа. Подрезали, выдергиваем. Так, с этим еще потом буду показывать, какие здесь хитрости. Так. Начинаем чистить. Уши.
Вот. У нас конечный результат. Сильно не надо, а то уже мы кожу срежем. Значит, кто делает искусственную голову, значит, вот это подснято. Вот это до конца все сдирается, она у нас отходит. То есть, как там сейчас пошла мода, значит, формуют голову, берут эту голову. Ее сейчас это срезается все это, чтобы она сошла. Формуется голова полностью. И потом на нее пройдет этот супер крем, просто подклейка кожи. Одевается, все, ну, заморочки, считай. Все, чистим. Стараемся вот эти вот не перекусывать. Потому что у нас потом туда отвалится тут, не? Бадья.
разбираемся, что осталось. Закончилось 15 минут. Так, все. И скоро выпьется. Здесь открываем кость. О, самосохло. Тут у нас жила, зажила. Сейчас мы жилу убирать обязательно. У нас не пружинила кожа.
Здесь по максимуму туда залазим, сколько можно. Вот, я обычно по этой жили ориентируюсь. Так, только это выдирает у всех. Если чуть остается, не страшно. То есть там у нас формалин потом все это обработает, гнить не будет. Желательно почище все это делать. Так, хвост. Значит, если у нас она жирная, значит, что мы делаем? Тут у нас она не жирная совершенно. Значит, если жирная, у нас вот здесь рисунок пера, вот мы начинаем с груди. Сюда еще вывернем. Тоже частый вопрос, как обезжирить. Значит, вот у нас рисунок ее пошел, кожа. Значит, что мы делаем? Мы по этой надрезаем эту кожу и скальпельком выдавливаем весь этот жир, снимаем. Аккуратненько прорезаем кожу, пленку саму. И сейчас покажу, что получится. Минут 20 достаточно, чтобы ее все обезжирить.
Последнее. Ну, в принципе, все, в стирку. У нас где-то уже почти полчаса съемки. То есть у нас все, она готова к сборке. Сейчас стираем, сушим. Это я пока снимать не буду, как смысл отнимать время. Значит, сейчас включим, когда уже я ее постираю, посушу, и там будет где-то минут через 20 я ее все включу. Пошло, да? Значит, все, постирали. Не сильно стирал, там просто застирал ей. Особо не стал я стирать ее. Вот, чистая. Так, значит, что мы делаем? Замеряем шею. Сразу в чем хитрость? В чем многие попадаются? Шея у утки у нас 18 сантиметров все должно быть.
Вот если мы видим, у нас где-то 18 сантиметров. Но 18 мы делаем, если мы только делаем ее летячую. То есть у нас шея у нее вытягивается, у летячей. У сидячей у нас до корпуса. Получится 15 сантиметров. Проверенный способ уже. 15 сантиметров самая нормальная утиная длина для кряквы. Вот у нас поэтому. 15 сантиметров до корпуса идет. Толщина у нас будет. Если мы намотаем тоже с толстую, значит, у нас она не влезет просто в нашу дырку. Значит, ну, я обычно по затылку толщину наматываю. Равняю, чтобы не толще был затылок. Так, это пока все. Надолго. Значит, толщина у меня будет. Вот у нас затылок. Там видать, Саша, да? Вот затылок. Вот тут толщина не должна быть толще этого затылка. Так, шило. Значит, опять же, как и те все делаю. Раз. Проволока где-то 1,2. Проволока опять не пружинная. Не пружинит совершенно, хорошо обожженная, мягкая. И погнали. Тягивает все это. У вас ровненько все было. То, чтобы не болталось, я тоже подтянуть. Никуда ни сюда не ездит здесь. Пятнадцать сантиметров. Наматываем опять синдиподом. Все, как я уже говорил раньше, делаем все, чтобы у нас меньше жрала моль. Не было и там что-то там без ваты, потому что вату делать, она вату любит. Стараемся не бугрить ее.
достаточно. Эти все бугры, что у нас есть, их аккуратненько тоже уменьшаем, чтобы не бугрилось у нас потом, перо не ляжет. По идее, можно еще слой антипончика дать. Показываю, уже приблизительно то же самое. То есть если взять шею, так, формалин обрабатываем, где у нас осталось это мясо, срезали. Обязательно туда внутрь. Так, сделали. Дальше. Глина. Обычный наш шамотный. Восстанавливаем все, что мы убрали сюда мясо. Так, глаза буду, что я там скидку, ссылку скидывал в группу китайские дешевые. Покажу, как они смотрятся на утке. То есть я считаю совершенно это. Отлично все. Так, здесь у нас щечки добавляем. Готово. Тряпку. Там не видишь, где тряпка? Тряпка, два руки у тебя. Ладно. Значит, формалин оставляем. Обработка наша, выделка сразу. Выделаем. Обрабатываем, выделываем. Раствор пикеля и улана. Значит, туда как можно.
надеваем. Переворачиваем живот, значит, чтобы у нас это... И вставляем туда все. Аккуратненько все. Тут вот торопиться как раз вот не надо. Порвем себе это. Лишнюю работу быстрее не получится. Так. Аккуратненько сюда. Раз. Тягиваем. Все, отделалось. Тут у нас сюда чуть подтянули. Отсюда вытащить. Так, немножко провалилась. Отсюда, отсюда. Угу, все, нашел. Зашиваем. Порвал ее, пока дел. Сейчас установлю.
тут сшиваем. Прорыв установим. Сшивание все это вытаскиваем, что у нас спереди. Вытащи, чтобы шва потом не было видно. Я фен сюда не дотащу, да, Саша? Фен до сюда не дотащу. Потом посмотрю, чтобы на столе где-то здесь. Чего? Щетка зубная на столе. Дачки рвать.
Саша, иди настраивай. Все, теперь я больше на земле не буду. Управляем сразу, чтобы все. Все входит. Вот у нас голова получилась. Поправили, пускай все шевелилось. Так, все, смазываем дальше, обрабатываем юланчиком. Заметил. Стирался, появился. Так, далее покажу другую сборку, как обещал. Значит, проволока 1,8. Достаем крыло. Направляй. Вот это у нас идет кость. Нижняя. Вот она у нас здесь кончается. Значит, нам нужно туда попасть внутрь кости проволокой. С торца делаем дырку. Все, прокололи. Вставляем проволоку. Еще раз говорю, проволока идет прям в кость. Вставили, загинаем, вставляем сколько нам там, теперь уже много будет. Так, опять обрабатываем формалин. Дальше выделка. Thank you.
Намазали. Значит, что это дает сборка такая вот? То есть это бандажная однозначно уборка. Зато так, выставляем перо. Выставили. Значит, что она дает? Значит, у нас крыло собирается прям сразу. Раз, все, он у нас собран. Без всяких этих. Но опять же, я не люблю эту сборку. Почему? Потому что она требует времени на высыхание. Потом бандажировать все это. Это долго. Так, то же самое второе. Опять в кость. Зарядка кончается. Кончается пульса просто? Часы скоро. Хотя все? Пусть мигает. Пошло? Да. Что мигает лампочка? Зарядка кончается? Уже все на батарейки? Да. Только вчера зарядил. Ну, плохие батарейки. Надо новые. Ну, следи тогда за батарейкой. Я слышу, да, будет слышать, как выключить. Давай это ускорю сейчас побыстрее немножко. Так, все, обрабатываю. Следующая лапа, опять вытирнаем жилы. Thank you.
Давай, увеличу. Значит, проволоку вставляем. Не как мы раньше вставляли. Стойте. Она не сфокусировалась. Не как мы раньше. Вот, вставляли, погнали. Значит, вставляем, полностью прячем проволоку. Вот. Также по этой у нас идет. Замеряем кость. Три пальца. Три пальца оставляем. Раз. Все. Делаем ногу. То мясо, что мы срезали. Пойму, что-то у меня вторая нитка тут пошла. Когда торопишься, всегда такая фигня. Не торопись. Не торопись, батарейка кончается. Вторую лапу не снимать? Вторую лапу. Ничего не снимать. Сейчас я быстро, еще 2 минуты. Конечно. Вы это делали... Чего я это делал? 6 минут, 7 минут. 7 минут лапу делал? Ну, 7 минут. Thank you.
Прошу быстрее. Так. Смотри, там еще какую-то катушку снег набишь. Ну, на столе где-нибудь. Толстые, желтые такие. Ладно, черт, мне против хватило. Все хватило. Все запутался, все выбросить. Что путается? Так, значит, все промазываем. Мазаем, сборка. Так, пока все так, значит, все, вырезаем. Манекен. Меряем. Семнадцать.
зуб. Подбиваем. Дать что-нибудь? В чем? Потом отлучим плоско какой-нибудь этот пенопласт. Посмотри там в коробке. По последнему перу проволоку вдоль. Вот, вот последняя. Прям вдоль по нему, по оси прям. Вот такая. Загинаем, чтобы у нас хвост. Сразу у нас и бандаж идет у него, и крепление хвоста. Так, все, контрольный осмотр. Смотрим шея. 15 сантиметров, как я сказал. У меня же просто наработанный вариант. Так, все сойдет. Все, сбор. Будем снимать. Находим центр. У нас тут разрезали, прогнали.
дает новая посадка на лапу? Тем, что проволока у нас вообще прячется полностью. Крепежа вообще не видно будет. То есть мор можем приподнять даже. Скажи. Конец пальца. Волки вообще не. Приблизить. Погодьте. Ее нету. Волки. Прячется полностью. Так, ну, нам она. В принципе, никак она. Так, все, восстанавливаем утку, настраиваем. Так. Здесь вытаски. Глаза. Глаза ищите? Берем наши китайские. Вот я их уже фломастером обвел. Вот они были беленькие, я их сверху маркером. Дешевые, нормальные глаза, совершенно. Значит, ставим. Так, сейчас распотрошу все. Подбить по шее. Начинаем подбивку шеи. Небольшими кусочками. Сюда пробиться, отсюда и потом. То есть то, что мы не добили толщину, сейчас мы ее выведем.
пробуем, чтобы у нас не бугрилось. Вот, равномерно, вот, чтобы оно так вот разошлось. Теперь щеки подбиваем сюда. У нас увеличилась голова, размер будет, щеки будут смотреться хорошо. Так как мы ее делали изначально под бандаж, то есть у нас крыло болтается, значит, ставим сразу крыло на место, как оно должно быть. Еще ниже. Сразу на место встает. Тут то же самое, чтобы она не падала, зеркало вот вы вывели. То есть можно малярным скотчем накладочку так дать, она подсохнет, и все потом так и останется. Так. Вот такая у нас утва получилась. Так, ну это такой вариант. Вот, а я буду делать чуть по-другому. То есть, по идее, пожалуйста, утка у нас, можно сказать, готова. То есть к сушке, потом сушится, красится лапой, и все, она готова к продаже. Я буду сейчас делать немножко другое. Хватит тревожить. Наверное. А? Уже больше почти 30 минут. Уже 30 секунд? Уже 30 минут почти.
посвечник. Так. Так, так. Так. Что понял? Thank you.
Ночью, видать, или дойдешь? Да, вижу, вижу. Ну вот, утка готова. Надо чуть поправить. Сложного ничего. Было только желание и грудь. То, что у нас была лысая грудь, вот она у нас за счет коряги скрылась. Пока.